Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. Я 6 января зашла в один интересный предложенный проект, называется Nano Beat Club. Я никого не приглашала, ролики не писала, я выставила баннерную рекламу, и мне пришло в этот проект 5 рефералов, но они не активные. Сразу говорю, там, видать, 2 иностранца и 2, по-моему, или 3 наших человека, но они не активные. Я регистрировалась сюда. 2635. Старт должен быть 6 января вечером по кнопочке. Я, наученная опытом в некоторых аукционах, умею кнопку вовремя нажимать. И так получилось, что я нажала кнопку из почти 3000 человек 101. И вот сегодня я вам показываю результат. $100 на балансе. Вот, $100. Я почему этот ролик записываю? Показать тем, кто не умеет приглашать, что тоже можно заработать с $1 входа. Доллар был один вход, но заводили мы $2, потому что доллар шел на старте, и через 12 часов второй доллар в самый конец становился. Здесь 3 линии по плану, по маркетинг-плану. И сейчас если я переведу, то вот $2 я вводила. В первом уровне ничего не получаешь, во втором ничего не получаешь, а в третьем уровне... Так, стоп, это февральский план, вот он, январский план. В январском плане мы заходили на доллар, и конечный итог $100, который я сейчас буду выводить. Почему я пишу этот ролик? Чтобы не боялись того, что вы не умеете приглашать, а зарабатывать можно. Теперь в феврале стартует такой же план, только за $2. Вот я не знаю, заводить сколько надо будет, то ли 2, то ли 4. Но прежде чем зайти в февральский план, нужно зайти в январский план. Потому что очередь будет двигаться и та, которая сейчас, и та, которая будет. Я думаю, что потом будет и в марте план, и в апреле. В общем, Хорватия рулит. Вот я была 101, вот в конце написано полный цикл 101. Вот 101 – это моя позиция. Я получила сегодня $100. Но я еще имею позиции, вот мои позиции. Я же через 12 часов опять зашла. И вот у меня на первом левел это уровень, на первом уровне вот у меня позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6. На втором уровне у меня позиции 1, 2, 3, 4, 5. И еще будут добавляться позиции через каждые 12 часов. Потому что я вернусь сейчас в дашборд, покажу о том, что я сейчас имею пендинг позиции, то есть они у меня через каждые 12 часов будут становиться в конец очереди. Как-то грамотно продумали, даже мне восхищение вызывает. Я не буду ждать, пока вывод будет. Кстати, заводила я деньги с Пайра или же можно с биткоина. Но вывод, они пошли навстречу нам, европейцам, но вывод у нас только на биткоин. Ну, ничего страшного, лишь бы он был. Так, ну что, нажимаем «Снять средства», вписываем. Ну что, $100. Нет, извините, $4 на февраль надо ставить. $96 я ставлю на вывод. На биткоин, видите, нету других вариантов. И вписываю свой биткоин-адрес. Ну, посмотрим сейчас, что они мне ответят. Все, зелененьким загорелось. Все в режиме онлайн, деньги успешно отправлены. Посмотрим, сколько денег на балансе. $4 осталось на балансе. Мой спонсор получил за меня $10. Это просто прекрасно. Так, это paid, это значит в ожидании. Я под роликом, когда деньги придут на, ну, уже на кошелек, сделаю скрипт или принтскрин и оставлю в описании под реферальной ссылкой, чтобы можно было посмотреть, что проект платит. Есть также у нас страница в Фейсбуке, вот группа. Вот сюда нажимаете, и вот страница в Фейсбуке. Здесь и планы есть, и можно перевести на русский язык и прочитать. Люди давно зарабатывают. Недавно мне человек в скайпе приглашал в этот проект, я говорю, я там 101-я. А он говорит, а я 40-й и уже деньги получил. Деньги пришли, и я уже получил. Вот таким образом мы создали чат. Чат у нас небольшой, там 15 человек. Я в чате вот показывала сегодня буквально утром, что я первая на выплату стою. Вот Ирина 180, 3137 я в третьем уровне была. И $100
я должна была получить, в данный момент я уже показываю о том, что я уже получила эти деньги. Поздравьте меня. И я сама себя тоже поздравляю. С $2 заработать неплохо. Приглашаю вас. Вот реферальная ссылочка заканчивается на 183, на 180. Я оставлю ее под роликом. Если что-то нужно в чат ввести или помочь разобраться, звоните, я помогу по скайпу. Скайп я тоже оставлю под роликом. Хорошая новость, приятное настроение. Все, пока-пока.